Всем привет! И прежде чем приступить к распаковке вот этих посылочек, хочу вам рассказать одну интересную историю, связанную с этим заказом. Заказал я на сайте Apple в Германии iPhone 7 Plus, и в тот же день с Али я заказал аксессуары для него. Так вот, все, что я заказывал с Али, уже пришло как пару дней, а iPhone до сих пор нету, и когда придет, пока неизвестно. Вот такая грустная история на данный момент происходит со мной. Ладно, давайте вернемся к нашим посылочкам, посмотрим, что тут нам пришло. И раскроем каждую по порядку. Отложим остальные в сторону. Начнем вот с этой. Здесь у нас чехольчик для iPhone 7 Plus большим вырезом под камеру. Выполнен он из силикона и прозрачен. Ничего особенного. Чехол как чехол. Так, откроем другой пакетик. Здесь тоже должен быть чехол. Да, здесь у нас тоже силиконовый прозрачный чехол. iPhone 7. Без рисуночка. Обыкновенный прозрачный силиконовый чехол. Что-то здесь у нас вот. Это ерунда. Заказывал я его для дочки, в итоге она передумала покупать себе iPhone 7 Plus. Вот теперь, попробую его вставить в iPhone 6 Plus, может подойдет. А так ничего особенного, обыкновенный прозрачный силиконовый чехол. И самое интересное у нас вот здесь, вот в этих двух посылочках. Давайте их откроем, тоже посмотрим, что у нас тут пришло. Интересного. Вот так вот запакован. Ну, вот здесь в комплекте мы видим салфетки. Это влажная и сухая, чтобы протирать дисплей нашего телефона перед тем, как мы соберемся наклеивать вот это защитное стекло. Dry D. Вот так оно выглядит. Ну, давайте откроем сразу же второй пакетик и сравним их. Здесь тоже должно быть защитное стекло 3D. Так, ну у нас здесь чуть-чуть побольше. Так, также салфетки. Сухая, то есть влажная и сухая салфетка. Стикеры, чтобы убирать пыль с экрана. И вот такое вот стекло. Тоже 3D, как я уже и говорил. Так, уберу пока это все в сторону. Честно сказать, при заказе не знал, какой из этих двух выбрать. Поэтому заказал оба. Заказывал, чтобы стекло закрывало все края дисплея телефона. А если вы знаете, на айфоне у него немного закругленные края. И если клеить простое прямое защитное стекло, смотрится ужасно и непрактично. А у этих стекол края, ну или рамки, они тоже закругленные. Поэтому не должно быть никаких проблем. Надеюсь, при установке у нас также не возникнут никаких трудностей. Но это мы узнаем, когда придет мой iPhone Plus. Я обязательно сниму ролик и покажу вам, как правильно наклеить и как это будет выглядеть, и насколько это действительно удобно. Ну вот, в принципе, у нас вот такая получилась небольшая распаковочка аксессуаров для iPhone 7 Plus. Все ссылочки на продавцов, как всегда, будут под видео. Ну а на этом сегодня все. Всем хорошего настроения. Не забываем подписаться на канал, поставить лайки.
Всем пока!